И как только что сообщили британские СМИ, мужчину, напавшего на верующих возле мечети, уже идентифицировали. Его зовут Даррен Осборн. По уточненным данным, ему 47 лет, и он родом из Кардиффа. Тем временем в Париже проходит спецоперация. На Елисейских полях неизвестный на легковом автомобиле протаранил фургон полиции. После удара машина нападавшего загорелась, полицейские открыли огонь и смертельно ранили водителя. Мужчина был вооружен. В его машине обнаружили автомат Калашникова, два пистолета и бутылки с зажигательной смесью. Кроме водителя, пострадавших нет. Полиция оцепила Елисейские поля и закрыла две ближайшие станции метро. На месте инцидента сейчас работают взрывотехники.